Правильне харчування – запорука здорового шлунку. До Всесвітнього дня здорового травлення лікарі розповіли ключові правила, при дотриманні яких ризик захворюваності шлунково-кишкового тракту значно зменшиться. Наслідками порушення процесу травлення для людини стають ожиріння, порушення обміну речовин, печія та гастрит. Найкращий спосіб убезпечити себе – це відмова від шкідливих звичок, фізична активність, недопущення стресу, ну і, звичайно, режим і раціон харчування. Влітку особливо важливо слідкувати за водним балансом. Для здоровья желудочно-кишечного тракта и пищеварения мы рекомендуем кушать в среднем 4 раза в день. Мы рекомендуем не делать длительные перерывы в питании и не кушать, не как принято считать после 6, а не кушать за 2 часа до сна. Вставать нужно и выпивать стакан воды комнатной температуры, чтобы активировать систему пищеварения. И также нужно не забывать, что нужно со стола вставать с легким чувством голода и соблюдать правила 100 шагов. Это значит, что после еды желательно вставать и мыть посуду, а не всеми нами любимо полежать и посидеть. Ведь, как известно, переедание и пассивность после вызывает всеми нами известную изжогу, а научным языком это гастроэзофагальное рефлюксное заболевание. А люди считают, что изжогу вызывает жирная кислая пища. Также нужно соблюдать в здоровом пищеварении режим питья. Здоровому молодому человеку нужно выпивать 1,5 литра жидкости в холодное время года и до 2 литров жидкости в жаркое время года. Важливо слідкувати за харчуванням дітей. Малюки до року дуже вразливі, тому головним джерелом харчування повинно бути материнське молоко. Після року дітей треба поступово привчати до овочів, фруктів та м'яса. Кормящая мама, конечно, здесь немножко как бы меняется и калорийность рациона, потому что чуть больше идет калорийность, но это не значит, что кормящая мама должна кушать за двоих, как любят у нас некоторые советовать. Вот, и тут в основном идет качество питания. Конечно, самое лучшее кормление для только что рожденного ребенка, грудного ребенка до года, а лучше до двух, это мамино молоко. Только мамино молоко даст все необходимое, и не только питание, но и защиту, и в том числе и социальную адаптацию, и как бы, такое доброжелательное отношение к окружающему миру. Это все формируется с помощью грудного вскармливания. До 6 месяцев желательно, чтобы ребенок получал грудное молоко и только грудное молоко. Первый прикорм, который получает ребенок, если он на грудном молоке в 6 месяцев, если ребенок находится на искусственном вскармливании, на смеси, это может быть чуть раньше, с 5 месяцев. Не рекомендуется давать что-либо раньше, по капелькам, сок какие-то еще, такие вот иногда бабушки советуют прикормы, так как это может нарушить пищеварение с раннего возраста, а справиться потом с этим очень сложно. Действительно, это становится в будущем пациента гастроэнтеролога.